Так, друзья, представлена новая Gorilla Glass. Называется она Gorilla Glass 7 или Gorilla Glass Victus. Значит, оно будет намного-намного прочнее предыдущий Gorilla Glass, Gorilla Glass 6, так понимаю. Ну и помимо этого есть еще одна особенность. Смотрите, для сравнения, официальный предел высоты падения, при котором велик шанс, чтобы не пошла паутина, для Gorilla Glass 1,6 метра, для Gorilla Glass 5 1,2 метра. Так вот, 2 метра будет у Gorilla Glass Victus, прошу прощения. Вот. С 2 метров можно кидать без проблем, и не пойдет паутина. Причем, смотрите, вот тут тесты, давайте их посмотрим. Вот, ну, различно, по-разному будут бить стекло. С 2 метров упало. А это показывает, типа... Ну, если на твердую поверхность, я так понимаю, с 0,8. Ну и вот сравнение по царапинам. Ну что ж, неплохо. Gorilla Glass Victum. Victus, блин, Victum. Ждем во всех смартфонах. Будем смартфоны кидать налево и направо. Так что вот такая вот новость. Всего доброго, всем пока, до свидания.